Готовится к зиме и в Айхале. Там из-за ремонтов горячую воду отключат в два этапа. С 19 июля на две недели без горячего водоснабжения останутся жильцы нижнего поселка. Со 2 августа горячую воду отключат в верхнем поселке. Лето – время масштабных ремонтных и восстановительных работ для Айхальского отделения ПТВС. На разных участках меняют насосы, ремонтируют котлы, проводят ревизию систем отопления и наладку оборудования. Этим летом заменят 2500 метров сетей холодного водоснабжения и 3300 метров сетей отопления. На ремонты направят 61 миллион рублей. В этом году подрядными организациями выполняются ремонтные работы сетей тепловодоснабжения в поселке Айхал, в подземном коллекторе поселка. Также будет произведена замена емкости 1000 метров кубических на теплопункте «Энергоблок» силами «Алмазтехмонтажа». Выполним ремонт обмуровки котла водогрейного КВГМ на центральной газовой котельной. Продолжим установку общедомовых приборов учета в многоквартирных домах поселка Айхал.